Добрый день, уважаемые подписчики канала Kada.ru. Меня зовут Артем, и сегодня мы открываем новую рубрику под названием «Дачный обзор». В нем мы будем рассматривать инструмент магазина Kado, который, на первый взгляд, вроде бы не очевиден, для чего его использовать, но он очень интересен и полезен для любого садовода. Начинаем мы наш обзор с лопаты плоскореза под названием «Гений» от голландского производителя DeWitt. На первый взгляд это обычная лопата, которую можно копать, но она почему-то очень загнутая. И сегодня мы детально рассмотрим, для чего она нужна, как она используется и как она упрощает жизнь садоводам. Для начала я бы хотел начать с матчасти и рассказать про то, из чего она сделана. Естественно, материал изготовления – это высокоуглеродистая сталь толщиной 2,5 мм. Выглядит она как обычная пластина с заостренными концами на длинной ручке. В ручке есть такая пистолетная рукоятка для удобства держания. И материал ручки – это длинноволоконный ясень, соответственно, для того, чтобы она была гибкая и во время работы она имела минимальный шанс сломаться. Для чего же он нужен? У него есть два основных предназначения – это борьба с сорняками, и также он используется как лопатка. По факту это продленная длинная рука садовода, которой можно подлезть в какое-то очень труднодоступное место, чтобы срезать сорняк или траву, чтобы скопать или, например, срезать край дерна, кусок дерна. Сегодня мы все это рассмотрим. Итак, как он работает? В рабочем положении плоскорез находится параллельно земле, а когда мы его двигаем, он срезает верхушки растений и, поверьте, это в разы упрощает работу с сорняками. Естественно, времени на это уходит, но по меньшей мере в десятки раз меньше, чем все то же самое делать руками. Каким же образом он упрощает жизнь садоводам? Очень простыми. Во-первых, вы тратите меньше времени на то, чтобы работать с сорняками. То есть у вас есть, к примеру, два выходных, чтобы приехать из города на дачу. И примерно первую половину дня вы тратите на то, чтобы прополоть грядки, выдрать все сорняки и уезжаете. Приезжаете через неделю и снова делаете то же самое. Соответственно, зачем дергать сорняки 2 часа, когда можно пройтись плоскорезом, снять их верхушки, и эффект будет тот же самым. Вы приедете через неделю, эти сорняки будут здесь же. То есть вы экономите время. А второе, самое главное, то, что вы с этим инструментом работаете стоя. То есть вы не наклоняете спину, вы не нагибаетесь постоянно вниз и вверх. Вы работаете вот с прямой спиной, с длинным инструментом, срезая эти сорняки. Как он работает, я вам сейчас покажу. Пойдемте. Сейчас я наглядно покажу, как работает этот плоскорез. У нас есть площадка под яблоней, которая просто заполонили сорняки. Соответственно, сейчас можно будет видеть, сколько времени на это потребуется, чтобы ее очистить. Мы принимаем рабочее положение. Плоскорез находится на плоскости земли. И возвратно-поступательными движениями мы легко срезаем эту растительность. Соответственно, я работаю вот даже без напряга, то есть просто двигаю вперед. И помимо того, что срезаю сорняки, здесь почва, она еще и, можно сказать, аэрируется. Вот если у нас есть сложный сорняк, вот сейчас уперся, можно воспользоваться как лопаткой, то есть чуть-чуть приподнять его и вырвать. Вот дальше у нас есть пространство у заборчика такого. Мы это все дело точно так же срезаем. Вот здесь корень, в который я только что два раза уперся. И, соответственно, ничего не произошло с этим плоскорезом. Мы чуть-чуть перешагнули и пошли работать дальше. Поскольку это лопата, вот все, что мы сняли, это можно поднять и выкинуть куда-нибудь в сторону. И или это можно поднять и выкинуть, или, например, можно перевернуть его. И все это дело сгрести к себе, освободив нашу площадку от сорняков. Соответственно, сколько бы на это времени ушло, если бы мы это делали руками, ну, я думаю, гораздо больше. А здесь это высокая эффективность и плюс инструмент сам по себе надежный. Это прям увлекательное занятие. Вот наша площадка, я думаю, еще даже 5 минут не прошло, а она уже гораздо чище,
чем была. Здесь корешки мы их обошли. Здесь то же самое. И все, дальше мы сгребаем срезанный сорняк к себе. Вот здесь еще тоже осталось чуть-чуть. И все, площадка под яблоню у нас расчищена. Естественно, это быстро, эффективно, продуктивно и очень легко. Соответственно, для подписчиков нашего канала в нашем интернет-магазине, я для вас говорю, действует сейчас специальное предложение на эти лопаты-плоскорезы, которые будут действовать до конца этого лета, то есть до 31 августа. Соответственно, приходите по ссылочке, которая есть в описании. Она будет вести прямо на эту лопатку. Смотрите, изучайте, покупайте и радуйте жизни. До новых встреч. В следующем обзоре мы будем смотреть уже голландский плоскорез от фирмы Snabber. Ссылочка в описании.